Что? Слышу тебя! Это собак? Это собак! А я думала, камера. Считаю, что сегодня мы справились с подачей на блоке очень хорошо и в защите. Ну, в принципе, Одинцова тоже неплохо, хорошо играла, но я считаю, мы сегодня перебороли себя и команду. Игроки год-два у нас играют, потом их забирают другие клубы. У нас каждый год практически на 50% происходит ротация состава. И поэтому молодые игроки должны наиграться. Ну, конечно, сказался класс ваша команда, что это на три головы выше, чем мы. В игре подачу хорошо подавали, выполняли установку, в атаке неплохо сыграли. Выдержали прием в преддверии игры с итальянцами. Старались по максимуму всем дать поиграть. Думаю, что, может быть, перенастроились или, наоборот, недонастроились, но... Скорее всего, провал в приеме, я считаю. Наша команда не может начинать сразу максимально. Переживаем, в середине партии разыгрывается, одного-двух очков все время не хватает. Немножко не подсобрались, и как бы свои тоже ошибки имели место быть, а потом вроде исправились, все почистили, где можно, и вот результат. Отдых Саманты – это как бы запланирован, чтобы посвежее она выглядела. Попробовали, опять же, в диагонали Федоровцева, Кадочкина попробовали. После травмы. Два месяца без волейбола – это дико. Прям дико-дико, потому что я неделю раньше не могла пережить, а тут два месяца, тем более без атаки, а это мой самый любимый элемент, это тяжело. Тут вроде более-менее начинаю прыгать, я только недавно начала, и вроде, слава богу, все хорошо. Пока еще уверенности как такого нету, наверное, все с психологией связано. Пока меня берегут и, ну, не дают много играть. Думаю, через несколько недель уже станет намного лучше. Все получилось, не хотели возякать это все, быстро все сделали и пошли домой отдыхать, потому что впереди ответственный матч, надо готовиться к ним. Вот. Мы готовимся к ней, эта игра была нашей, как сказать, подготовкой к итальянской команде, и я думаю, мы так и будем продолжать. Это самый главный, наверное, матч будет в этом месяце, и мы, конечно, о нем думаем больше, чем обо всех остальных. Мы потихонечку сейчас начнем готовиться к нему и морально, и тактически, поэтому все нас ждет впереди. Но так они вроде впереди выше Монс были, поэтому... Нам надо просто готовиться, сделать все самим, все чисто. Есть всегда к чему добавлять, и соперник будет другого уровня. На кону стоят другие вещи, поэтому надо готовиться. Сердце какое. Мы пошли выбирать самую лучшую валентинку. Ой, я 2 минуты на верху. Вся красота на Динамо ТВ. Подписывайтесь на наш канал.